1-0. Getting closer. Captain Marvel! The Scorpion touch. Oh my God, an insane! Eriksen. Oh, what a strike! For the top! Oh my God! What a goal! It's incredible! К представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев. И Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Ла Лига. Комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Англия в прямой. Приглашаем вас на футбол и говорим привет с отличного стадиона Vicarage Road, где погода дождливая пока что. Эту игру в таком составе. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. Есть тут возможность к воротам убежать. Потери и у соперников. К представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев. И Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Ла Лига. Комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Англия в прямой. Приглашаем вас на футбол и говорим привет с отличного стадиона Vicarage Road, где погода дождливая пока что. Эту игру в таком составе. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. Есть тут возможность к воротам убежать. Потери и у соперников. Хейден. Oh, that is sensational. Getting closer. Oh,
Marvel. The Scorpion Touch.